Привет-привет всем, вы на канале Маленькая Мисс Новелла. И сегодня мы делаем вот такую картинку из песка. Картина из песка. Открываем. Вот это лабуха. Мы сюда будем рушить. Это сама картинка. Мы будем отклеивать номера и посыпать ее песком вот этим, который у меня в руках. Мне очень нравится это. Я очень много таких картин делала из песка. Вот так оставим пока. Не будем доставать. Будем начинать от темного к свежему. А темный у нас такой. Это черный. Ой. Вот смотрим, каким номером ходит черный. Я смотрю, он ходит номером 4. Поэтому ищем. А я уже нашла. Поэтому ищем на картинке номера 4. Я уже нашла. Давай, что мы будем открывать. Теперь еще один момент. Практика показала, что лучше отколупывать чем-то острым, таким как игла. Поэтому я беру сегодня булавку. Не зубочистки, не что-то другое. Вот эту булавочку. Только осторожно, сами дети, этого не делайте. Ведь вы можете уколоться. Я выпила. Вот видите, как легко она сразу отбирается. Если бы я взяла что-то другое, я бы уже здесь мучилась и мучилась. А это очень легко. Так, вижу, еще здесь много лазун. Также нам понадобятся ножнички. Для того, чтобы отрезать уголки у песка. Они в пакетиках. Вот нам предстоит отрезать уголки. Я очень легко это отколупываю. Где же еще я нашла? Вот. Где еще можно? Где еще четвертый?
Не видно больше четверок. И поэтому мы посыпаем песком. Можно будет песку немножко погружать. А так стилька. Смотри. Те области, которые мы отклеили, прилипает песок. Видите? Теперь я беру коричневый, а это номер 8. Небо, целое небо, небеса мои плывут. Номер 10. 1 и 0. Давайте номер 1 сделаем. Вся сова готова нас ждет. Вся сова готова нас ждет. Ой. Have
сделаем теперь пятерку. Желтый, 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 желтый. Ратушки, ратушки. А еще на клюве. Я забыла. Теперь номер два идет. Маленькую циферку. Вот эту. Я не видела ее. Какой месяц под золотом. Давайте номер 6 оранжевый. Там, где надо, посыпало само. Like
теперь девятки. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, na na. Конечно же, это фиолетовый. Я тоже фиолетово-розовая. Смотрите, какая сова. Тройки остались. По-моему, это для троек. И тройки у нас белые. Все, кошка, мы уже заканчиваем. Ты поздно пришел. Уходи. Вот такая картинка у нас получилась сегодня. Всем пока-пока. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. А сова передает привет.